Чули, красотули, всем еще раз привет. У нас еще тут все спят. Это я, ранняя птаха. И то уже припозднилось. Время уже 6:05. И я обхожу, потому что переход наш еще закрыт, девчонки. Поэтому обхожу. Иду на утреннее море. Но на закат я уже, точнее на рассвет я уже опоздала. Вот. На рассвет я уже опоздала. Поэтому с балкона хорошо было видно. Я почему не комментировала ничего? Потому что Люсенька спала моя. Не смогла я ее поднять на утреннее морюшко сегодня. Вот. И вот бегу, а солнышко уже высоко. Чуть-чуть не успела. Ладно. Чуть-чуть. Вчера у нас была дискотека на пляже. Я даже не смогла снять, девчонки. Засосала Мещанское болото. Все это было долго. Мы пришли домой в 2 часа. И поэтому я с трудом сегодня открыла глаза в 5:30. Быстро напялила купальник и бегом. Бегу, вот бегу, тороплюсь. Видите, аж прям вот... Да, и голос. За голос извините, девчонки. Я так поняла, это уже тенденция у меня в Турции. Видимо, это такая акклиматизация. У меня пропадает голос. Кстати, это еще происходит по приезду в Россию. Вот, поэтому на пляже уже народу полно. Бегу. Доброе утро. Доброе утро. Бегу. Бегу, девчонки, бегу. Народ плавает уже во все. Я вот проспала. Смотрите, сколько народу. Видите? Поэтому сейчас лежачки займем себе. На утреннем морешку. Солнышко, вон оно. Солнышко, солнышко. Потрясающий вид, девчонки. Иду к солнышку поближе. Но оно уже не на ладошке. Чуть-чуть я опоздала. Чуть-чуть опоздала. Оно уже высоко. Оно уже высоко. Вот народ уже плавает. Это красота. Все, иду плавать, иду наслаждаться. Девчули, это кайфулечки. Правда, я еще в патчах. Но это нормально, я поплавала. Красота. Сейчас вам покажу сзади меня солнышко, но оно уже высоко. Сейчас покажу. Высоко уже. Не успел чуть-чуть. Кайф. Вода. Ну, вы сами видели, море просто. Сейчас спустимся, я вам покажу. Вот такое вот оно утром. Вообще, как лед. Как лед море. Если бы еще вот народ не плавал, правда, как вот гладь ледяная. Не шелохнется. Полный штиль, полный. А солнышко... Все выше и выше от нас поднимается. Скоро нас будет жарить. На пирсе бы классно бы сфоткаться. Но я одна. На том пирсе, на понтоне получается. Я без Люсеньки. Люсенька дрыхнет, блин. Смотрите. Так вот я вам на фоне гор. 6:20 времени. А вот так на фоне морешка. В патчах. Простите меня, что я в патчах. Ну вот так.
выспалась. Иду на завтрак. Сначала Люсеньку сейчас разбужу и на завтрак. Девчонки и мальчишки, утром отель, все, что вокруг, и особенно море. Вот 3 раза, даже 5, особенно прекрасно. Вот я в этом убеждаюсь еще раз и еще раз. Уже солнышко высоко, уже жарко. Уже просыпается народ. Я бы сказала, что он уже проснулся, потому что на пляже уже практически нет свободных лежаков. А я иду такая умиротворенная. У меня аж мурашки по телу. Под пение цикад. Посмотрите вокруг меня, какая красота. И вот он воздух утром какой-то особенный. Как-то вот все по-другому утром. Хорошо всегда, но вот утром это что-то, это непередаваемое ощущение. Иду будить Люсеньку и на завтрак. А потом опять на морюшко. Всем хорошего дня, отличного настроения. Девчонки, не имеет смысла, наверное, показывать питание, потому что, ну, как бы все вы уже видели. Вот, одно могу только сказать, здесь огромное разнообразие. Всего. Вот огромное разнообразие. Маслин, оливок. Вот, просто например. Вот мои любимые фаршированные, я уже говорила. Колбас, сыров, фруктов, горячих завтраков, омлет, яичница. Делают там какие-то еще лепешки, тоже все это с утра. Утром здесь, пожалуйста, халва, фрукты, сухие завтраки, соусы всевозможные. Просто отель под завязку заполнен, и здесь зелень. Уже вот, пожалуйста. И время вот 8 часов, и уже полно людей. Не хочется мешать ходить с телефонами. Поэтому, наверное, по питанию я просто вам расскажу мои любимые баклажаны, кабачки, перчик, картошка. И все вот разное. Где-то картошка фри, вот я уже проходила, была. Обязательно вот здесь суп и на завтрак, и на обед, и на ужин. Турецкий суп вот какой-то, не знаю, смотрите, суп-пюре. Имбирный чай. Вареные яйца. Все очень стандартно. Вот тут что-то такое интересное. Сатей шпината. Пирог улитка. Вот он тоже вчера был. Все очень вкусное. Тесто вкусное. Я даже вот прям я боюсь себе это позволять, девчонки. Но... Вот прям при вас готовят сладкую, вкусную. Вот. Выпить чешучку. Выпечку. Еще очень рано. Отель только просыпается, поэтому народу практически нет. Вот жареные греночки. Оладушки. Здесь омлет. Вот такой омлет-рулет. Здесь делают омлет, какой вы хотите. Ну, я имею в виду начинка. Там есть грибы, есть курица. Вот. Вот это что такое? Какие-то пироги по-турецки. В общем, настолько всего много, что... Вот кругами ходить снимать, наверное, не буду, девчонки. Мои любимые сосиски. У меня вообще завтрак в Турции стандартный. Сейчас я вам его покажу. И так готовят здесь яичницу. Замечательные женщины. Вот, вот она, картошка фри. Кетчуп, майонез. Ну, в общем, вы меня поняли. Вы меня услышали. Потому что, ну... Пятерка чувствуется, могу сказать. Вот. Блюда с
скажем так, пополняются, потому что вот у нас сегодня как бы третий, не совсем полный день, можно сказать, полный второй. Блюда пополняются, а вот что-то новенькое выбрасывают, там, допустим, чего-то вчера не было на завтрак, а сегодня киданули, такое бывает. Но искать это одно, то, что киданули, как-то не хочется. Хочется поскорее позавтракать и опять на море, поэтому, красотульки мои, не обижайтесь. Вот, по питанию будет просто болташечка такая, болтавочка. Фруктики обязательно, арбузик на завтрак съедим. Будет такая болталочка на завтрак, за завтрак, за обед и за ужин. И за снэк-бар. Вот сегодня пойдем, наверное, в снэк-бар луковые кольца есть. Люсенька уж больно их любит. Вот, поэтому, собственно говоря, вот как-то так. Вот. Мое любимое варенье из лепестков роз. Вот оно, из песков роз. Я обязательно буду их салат, этот джем саладушками есть, саладушками. Обожаю его вкус, запах. Вот, ну, как-то так. В общем, кто завтракает с нами, приятного аппетита. Иду показывать вам свой стандартный. Практически всегда у меня один и тот же завтрак в Турции. Ну, вот так мне захотелось. Могу еще взять вместо яичницы омлет. Вот. Или рулетный омлет, или... Ну, вот такой вот у меня завтрак. Еще будет кофе и обязательно оладушки с вареньем из лепестков роз. Проснулась креветочка. Доброе утро, Люсенька. Доброе утро. Проснулась креветочка, говорит. Едем в лифте. На пляж. Бежим. Смотрите, идут наши ребята. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Любимые. Привет, привет. Пошли зарядку делать, мы с вами. Все, пляжик ожил уже. Все. Люсь, она в дельфинарии вот это тоже была, да? Давай, я тебя поснимаю. Не, пойду их спереди, что ли, поснимаю. Спереди? Да. Ребята, вы лучшие. Спасибо. Мы не знаем. Woo!
Девчонки, привет всем большой из Турции. Уже вечер, и мы сегодня идем в а-ля-карт ресторан на турецкий ужин. Как это мы в Турции пойдем на какой-то рыбный ужин? Мы пойдем на турецкий ужин. Турецкая кухня очень вкусная. Вот, поэтому я сегодня каким-то, точнее, Люся меня заставила каким-то чудесным образом распустить волосы. Я не знаю, я выживу или нет, но я думаю, я успею поесть. Точнее, красиво пофотографироваться, потом сделаю свой любимый хвост. И мне будет комфортно, потому что тут очень большая влажность. Все, что я сейчас укладывала, уже упало. Вот она, Люсенька идет. Это что-то. 40 градусов и днем, и ночью. Ну, плюс-минус. Вот, поэтому идем в а-ля-карт ресторан. Посмотрим, чем нас сегодня будут там почивать. Что-то у меня какие-то отеки под глазами, девочки. Наверное, я много пью. И мало сплю. Спать надо, девочки. Некогда. Некогда. Все, идем. Пока у нас с вами вот такой столик здесь. Турецкая кухня сегодня, девчонки. Повторюсь, турецкая. Щелкну тебя. Девчонки, красота, обожраться можно. Ждем шампанское. Вечерний привет из Турции. Девчонки, немножко вам вида вечернего. Началась детская анимация уже. Мы ждем дискотеку. У нас сегодня живая музыка. Морюшка, ласковое морюшко. Красота! Пойдем собираться. Девчули, у нас сегодня живая музыка. И всегда, когда живая музыка, собирается такое количество людей. Thank you.
Oh,